75% українців переконані, офіційна статистика про масштаби ковіду занизька. 31% вважає інформацію перевищеною і лише 15% – об'єктивною. Це результати телефонного опитування, яке провели в Україні. Чи довіряють офіційним цифрам народні експерти Дніпра? Дізнаємось просто зараз. Я взагалі не вважаю. Я сам переболів, тому як би защиту получил, а насчет статистики не верю, конечно. Вы считаете, она низкая или высокая? Она не точная, будем так говорить. Походу не доверяю, девочки. Не совсем. А почему? Что вас смущает? Ну, статистика вообще смущает. А вы считаете, она высокая или низкая? Ну, я думаю, низкая все-таки. Не верим. А почему? Все. Не хочу говорить. Не доверяю. Почему? Думаю, больше количество заболевших. Наверное, больше нет, чем да. А почему? Ну, просто не доверяю. Знаете, честно говоря, нет. А почему? Не очень, не на все 100%. Честно говоря, я не могу сказать конкретно, но скорее я думаю, что все-таки завышены немножко. Если честно, ну, я доверяю, потому что я больше, в принципе, не смотрю ни новости, никуда. Я вот только в Вайбере смотрю эту статистику, и, в принципе, я верю. А насколько вы доверяете официальной статистике по ковиду? Не знаю. Ну, я не считаю, что наши цифры абсолютно адекватны, потому что основная масса моих знакомых, которые болеют, не получают направление на тест. Следовательно, чем они болели, они не знают, если сами не пошли его сделать. Так что я думаю, что статистика, которую мы имеем, не совсем соответствует действительности. Абсолютно не доверяю. Ни у меня, ни у моих соседей, ни у моих знакомых, даже в моем огромном доме в 120 квартир не заболел ни единый человек. Честно говоря, вообще не доверяю. А почему? Ну, потому что считаю, что это очередное какое-то заплывание, очередной просто сезонный грипп, который каждый год у нас в конце года идет. Просто его по-другому назвали. У меня сестра работает в Штатах, в Чикаго, в больнице, блин. Да, говорит, тоже переполненные там больницы, там все очень страшно, все. Но, говорит, даже, говорит, я не знаю, действительно, это ковид или не ковид. Ну, какая-то там зараза есть, но а что это, непонятно. Вообще не задумывалась. Нет, наверное, не доверяю. А больше. Почему? Ну, потому что многие же не делают люди анализы. То, конечно, ну, статистика, я думаю, заниженная. С одной стороны, могу доверять, с другой стороны, вроде бы кажется, что немножко преуменьшили. Ну, немножко сомневаюсь. На процентов 60 доверяю, но 40 еще есть сомнения. Я вообще не доверяю. Конечно, ее уменьшают, а потому что у нас люди несознательные. Да. Потому что все должны носить маски, а у нас не носят. Почему за границей уменьшается количество, а у нас растет, и об этом никто не говорит? Вы знаете, я как-то об этом и не думал. Главное, что я не болею. Вот и все.